Всем привет, дорогие наши зрители. Нашел две квартиры 2 плюс 1. В одном и том же здании хозяин наш друг. Проект называется Торус 12. Здесь это открытая территория, бассейн, зона пикника, сад. Кое-какие фруктовые деревья, вид на море, кусочек есть, расстояние отсюда до моря, если идти так и повернуть налево, где-то 150-170 метров максимум. Есть два огромных балкона, которых можно также застеклить. Этот балкон 23 квадратных метра. Вот. А вот тот балкон 22 квадратных метра. Это улица Барбаросса, район Махмутлар. Вся инфраструктура на этой улице, и в той стороне, и в этой стороне. Сторона здесь юго-западная. Та сторона у нас запад и север, северо-запад. Покажу балкон. Этаж у нас четвертый, как пятый. Продается под ключ. Две квартиры. Сейчас я вам покажу квартиру, которая выше этажом, побольше квадратурой. И более-менее интересная планировка, чем у той, которую я потом сниму. Цену я оглашу этой квартире в конце съемки ролика этого. А нижнюю квартиру я скажу в квартире. Не перематывайте, смотрите дальше. У нас в основном мебель фирмы IKEA. Здесь вот островочек хорошо сделано. Бытовая техника тут Siemens, а в другой квартире у нас Beko. Вид с окна, кухня. Так. Столешница у нас мраморная. 31 квадратных метров до вот этой части. Телевизор фирмы High Level. Большая, а? Диагонал, кажется, 55 или 50. Все, сейчас покажу прихожую. Вот у нас прихожая, здесь двери, на этаже две квартиры, лифт, пожарная лесенка, и вот так. Это у нас первая спальня, кровать деревянная, фирма IKEA. Тоже IKEA. Кондиционер фирмы Siemens. Я думаю, что можно его обновить, купить инверторную. Это спальня 12,60 сантиметров. 12 метров 60 сантиметров. Отмерял лазерным измерителем. Сторона здесь западная и северная. Ну, скажем, посередине. Ремонт квартира не требует. Здесь вот такой встроенный шкаф. Пылесос даже есть. Продается с мебелью и бытовой техникой. Итак. Здесь также у нас глубокий шкаф. Стиральная машинка фирмы Siemens. А+. Хорошо хозяин сделал. Высушилка, лесенка. Также стол для утюга. Первый санузел, две моечки, мрамор, проточный водонагреватель фирмы Siemens. И самая главная фишка в этой квартире, огромная спальня, 22 метра 60 сантиметров, жилая площадь.
с этим шкафом вместе. Шкаф именно до потолка. Есть глубоко. Будь здоров, спасибо. Не за что. Вот. Волейбол можно, то есть, поиграть. Так, тюш, там так, футбол погоняем. И здесь у нас санузел. Еще одна фишка у этого санузла. Мраморный обогреватель. Включается она тут. Это душевая кабинка у нас всегда будет теплая. И здесь вот так. Стекло. Зеркало. Все. Так. И наш второй балкон большой. Можно также застеклить сюда, поставить гамак. Маленькую кровать даже и отдыхать летом. У нас снизу магазин, вот этот БИМ. Вот какой большой балкон. Также вид на море. Дорогие зрители, цена этой квартиры 110 тысяч евро. Я сейчас спущусь вниз, там тоже одна квартирка на четвертом этаже, как третий, но как четвертый. И цену скажу там, она подешевле, чем эта квартира. Не закрываем ролик, смотрим до конца. Квартиру 2 плюс 1 на второй линии от моря в районе Махмутлар. В качественном проекте Торос 12. Вот так покажу я вам фасад. Проект где-то 14 лет. Находится квартира на четвертом этаже. Здесь у нас открытый бассейн, зона барбекю, зона отдыха и вот такой сад. И открытая парковка у нас снаружи этого здания. Квартира просторная, одна спальня 17 квадратных метров, 17,5, другая 15 квадратных метров. Отмерял лазерным измерителем. Балкон просторный, не маленький. Сторона здесь южная. И квартира находится в середине этого проекта. Отсюда у нас кусочек вид на море. Расстояние, скажем, где-то 130-170 метров между ними. Под этим зданием есть сеть магазинов БИМ и улица Барбаросса. Я покажу с другого балкона. У нас тут большая гостиная комната, которая совмещена с кухней. Так, закроем двери. Отмерял лазерным измерителем с той стенки до холодильника 30 квадратных метров чистых. Телевизор у нас high level фирмы. Покажем. Цена квартиры очень хорошая. 97 500 евро. 2 плюс 1. Сразу сказал цену. Бытовая техника фирмы Бека. Посудомойка, духовка, индукционная плита и вытяжка. Вид с окошка у нас. Большая прихожая. Вот.
У нас первый санузел. Вот так хорошо. Две мойки. Душевая кабинка. Можно сделать. Можно так. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. И тут есть место, чтобы поставить там швабру или подобное. Стоит также бойлер. Можете этим пользоваться, можете и тем пользоваться. Центральная система обогрев воды. Итак, это у нас дополнительная спальня. Здесь 15 квадратных метров чистых. Кондиционер тоже БК. Старенькая, можно поменять в будущем. Купить инверторную. Вид с окна этой комнаты. Вот. Здесь строится новый проект, который называется Енисей. В общем. И 17,5 квадратных метров. Огромная спальня. Вот. А тут у нас второй санузел. Ну, без уника. Унитаза нету. Только душевая кабинка. Я думаю, что было, но убрали. Если захотите, можете поставить. С этой стороны покажем. Выйдем-ка мы на балкон. Я закрою дверь, посмотреть, шум есть, нет. Есть маленький шум. Но по вечерам там мало машин проезжает, так что спать сможете. Второй балкон. Тоже не маленький. Вот улица Барбаросса. Айдат здесь 200 лир в месяц. Есть один лифт. На этаже две квартиры. Вот улица Барбаросса. Ресторанчики, магазинчики. Все тут рядом. Шаговая доступность. Там хорошие рестораны также. Тут пляж тоже неплохой. Где-то есть плиты, где-то плиты вырублены из этой воды. Итак, дорогие зрители, цену я уже вам сказал, 97 500 евро продает мой друг. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Ну, заранее звоните. Потому что у меня много дел.